Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сначала я, наверное, постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот. А потом в целом по вашему тексту тоже дам некоторые, ну, какую-то обратную связь. Правда, текст у вас большой. Вот. Поэтому... если что-то упущу, то извините. Если останутся вопросы, всегда можете их дозадать. Итак, я хочу отовсюду уйти из своего характера, или данная работа мне действительно не подходит. Я думаю, что дело не в том, что вы хотите отовсюду уйти, или в том, что эта работа вам не подходит. А дело в том, что у вас завышенные требования к себе. И дело в том, что вы требуете от себя очень много. Вот. болезненно реагируете на ошибки, которые возникают у вас, фиксируйтесь на них, вот, и в общем и целом они вас задевают, эти ошибки, очень сильно. При этом вы сами требования, ну вот, сами ваши требования, входят требования обязательно реализоваться. Вот. Обязательно вы должны реализоваться. Чтобы вот 100%, чтобы вот обязательно чего-то достичь и так далее. Вот. А с таким подходом, вообще говоря, на мой взгляд, с таким подходом вы действительно мало где, на мой взгляд, сможете работать. Потому что вы все время будете ну, преследовать цели, несколько отличные от тех, например, которые, скажем так, существуют у людей, работающих вот в какой-либо сфере. То есть здесь дело все заключается в том, что ваши цели являются совершенно не теми, которые вы выбирают сами. Отсюда и, в общем и целом, проблема. Если работа слишком простая, то это история о том, что я достойна большего. Это история о том, что я могу больше. Вот. Это история о том, что я
может быть, ну, быть может, должна, именно должна больше, вот, и так далее. А вариантов на самом деле очень много. И я, наверное, ну, не хотел бы, чтобы мы в этих вариантах, грубо говоря, утопали. Потому что мне кажется, что очень легко вот в этих гаданиях, ну, скажем так, погрязнуть. Вот. Я не думаю, что это хорошая идея. Дальше. Нужно ли работать, стиснув зубы и преодолевая себя? Кому-то нужно, кому-то нет. Кто-то может это делать, кто-то нет. У всех свои возможности. А главное – мотивация. Вот если есть у человека мотивация, вот, он будет работать, будет преодолевать, если у человека есть мотивация. Если у человека нет мотивации, он не будет работать и не будет преодолевать. Вот. Потому что вот так. Потому что все упирается в мотивацию. Конечно, не только в нее все упирается. Будем честны. Не только в мотивации дело. Вот. Дело еще и в других факторах, само собой. Но преодолевать себя, стиснув зубы, как вы говорите, может не каждый человек. И волей-неволей здесь возникает вопрос, ну хорошо, а зачем? То есть, ну вот я себя преодолеваю, вот я себя заставляю. Зачем? Для кого? Для мамы, для одобрения. То есть, ну, какая мотивация здесь? Какая мотивация лично для вас, к примеру, это делать? Вот на этот вопрос нужно ответить. Как мне кажется. Дальше. Как понять, где находится эта грань между поиском себя и неумением радоваться тому, что есть? Это одно и то же. Это одно и то же. Неумение радоваться тому, что есть, означает, что человек себя, ну, потерял. А может быть, и не находил никогда. Тут тоже есть. Ну, варианты. Вот. Поэтому я бы не разграничивал эти две категории. Вот. Которые вы, ну, обозначаете. Я бы все-таки, пожалуй, свел бы их в одну категорию. Вот.
я бы все-таки привел, ну, привел бы к тому, что, что это одно и то же. Вот. Что это про одно и то же. Точнее. Вот. Я бы как-то так бы это интерпретировал бы, скажем. Вот. Потому что не просто, не просто так, как мне думается, человек не может радоваться тому, что есть. Вот. Ну, на мой взгляд, не просто так. Если человек не может радоваться тому, что есть, значит, у этого есть какие-то причины. Вот. Какие это причины? Хороший вопрос. А я бы сказал, что это важный вопрос. Вот. Дальше. Как мне быть в данной ситуации? Буду благодарна всем советам. А как быть, чтобы что? Вам нужно сформулировать цель. То есть быть для чего-то. А вам, ну, грубо говоря, если вы хотите как-то быть, вот, то вам как-то быть нужно для чего-то. То есть нужна цель. Вот. Вот, соответственно, вопрос. Какая цель у вас? И именно цель. Какая? Вот, увидеть свою цель. Если увидите свою цель, то будет понятно, как быть. А если своей цели вы не видите, то и как быть вам тоже будет неясно. Вот. Именно потому, что, ну вот, нет цели, нет направления и понимания того, куда, в какую сторону нужно двигаться. Вот. Что, в принципе, довольно логично. Что касается советов, то я бы сказал, что психологи советов не дают. Поэтому, вот, к счастью или к сожалению, мы не даем советов. Вот. Мы помогаем скорее разобраться в себе. Это да. Но советов не даем. Что же, начнем тогда. Вы пишете: я ощущаю неудовлетворенность жизнью из-за проблем с работой. А как эта неудовлетворенность чувствуется вам? Ну, буквально, как это ощущается, то есть,
это чувствуется как то, что вы способны на больше. Вот. То есть вы не удовлетворены, например, вы не удовлетворены, потому что вам кажется, что вы можете больше. Вы не удовлетворены, потому что у вас есть ощущение, что вы, ну, что вы обладаете, как бы, большим потенциалом. Так получается. Если я правильно вас понял, ну, а мне бы хотелось вас правильно понять. Вот. Как чувствуется, что вы не удовлетворены своей жизнью? Вот. Я думаю, что если вы увидите, по крайней мере, если вы постараетесь заметить то, к чему восходит ваша неудовлетворенность жизнью, вот, я думаю, что ситуация имеет все шансы на то, чтобы начать меняться. Моя гипотеза заключается в том, что вы не удовлетворены своей жизнью, в том смысле, что вы не получаете оценки, а вы не получаете одобрения. Вот. Дальше. Значит, мне 31 год, по счету у меня уже 5 место работы. Ну, понятно. Сейчас я считаю, что это из-за моей глупости и недальновидности, обесценивания своих мотивов на лицо. Я думаю, что вы этим занимаетесь довольно часто. В университете закончила математический факультет по специальности прикладная математика и информатика. Пишите вы. Это довольно интересно. Если вы пошли на математику, да, в университете, то, на мой взгляд, особого внимания заслуживает то, как вы к этому пришли. То есть, как вы выбирали свою работу. Вот. Что мне очень интересно. Чему совету, допустим, вы решили прислушаться? К чему совету? Вы решили прислушаться, когда выбирали работу. Это была мама, это был папа, это были какие-то родственники, еще другие. Вот. Это очень важно. Очень важно. То, как вы выбирали свою работу, принципиальное значение имеет для того, как вы выбирали свой университет, принципиальное значение имеет для того, как вы идете по этому самому вот университету, да, по жизни. Вот. Это прям
принципиальное такое значение имеет. Поэтому давайте будем разбираться. Как вы выбирали свой университет? По каким критериям и по чьему совету? Очень похоже, что выбирали вы как-то ориентируясь на мужскую фигуру, на мужскую фигуру. Еще в середине обучения поняла, что эта специальность мне не очень интересна, тем не менее после окончания учебы устроилась в офис, так как нужно было уже где-то работать. Итак, вы поняли, что в середине обучения, что эта специальность вам не очень интересна, но все равно продолжили учиться. Почему? Что вас мотивировало? Вот. Далее вы устраиваетесь на работу в офис. Получается, где? Потому что уже нужно работать, как вы говорите. Ключевой момент, судя по тому, что вы описываете, вы устроились только потому, что вам нужно было работать. Вот. Как будто бы. Вот. Это довольно интересно. Интересно, это в качестве мотива, я бы сказал. То есть на данный момент вы, получается, на данный момент вы устраиваетесь, вы устроились на работу после обучения, потому что нужно уже где-то работать. То есть вынуждено, получается. Вы вынуждены устраиваетесь работать. Смотрите. Значит, я, пожалуй, ну, как бы, особенно не буду затягивать сейчас ответом, да? Вот. На мой взгляд, это было бы не очень хорошо. У вас вынужденность в обучении, получается. У вас вынужденность в работе, первой своей работе. Что такое вынужденность? Это подавление. Вынужденность — это подавление. Вот. То есть вы себя подавляете, вы себя заставляете. Вот. Если человек себя заставляет, если человек себя подавляет, то само собой у него накапливается, ну, недовольство, у него накапливается неудовлетворенность, у него накапливается энергия, которую человек пытается куда-то применить. Ну вот в вашем случае, например, это ощущается как неудовлетворенность. Вот. Дальше. Вот вы хотите творческой профессии, и так далее. Может быть, вы правда хотите творческой профессии, а может быть, вот, тут немножко другое. Дальше. Вы пишете о том, вот вы когда устроились, значит, в школу, да? Вы пишете о том, что с вами стали грубо разговаривать и практически прямым текстом сказали, что надо уходить. Вот.
И вам было очень тяжело из-за того, что в школе хорошо учились, закончили ее с медалью, а потом с позором выгнали вас. То есть это про что? Ну, по сути, это про что? Про одобрение, про оценку, вот. Это про это. Ну, в данном случае, это про это. Это правильно. Значит, вам очень важно одобрение. Почему-то. Вам очень важно, чтобы вас оценили. Почему-то. А совершенно случайно, хотя на самом деле, конечно же, нет, всплывает ваша мама. Ну, тема, всплывает тема, с вашей мамой всплывает, вот. Где вы говорите о том, что мама вот сравнивает вас с сестрой, да, и так далее. Вот. То есть вам важно оправдать ожидания. И глобально по жизни очень похоже, что вы занимаетесь именно тем, что пытаетесь оправдывать ожидания. Пытаетесь оправдывать ожидания всех. Своей мамы, директора школы, вот, и так далее. В этом есть проблема. Дело в том, что оправдывая ожидания людей, вы, конечно же, во многом обделяете сами себя. Вот. К сожалению. Вот давайте посмотрим. Вы пишете. Я решила снова попробовать устроиться в школу. Мне хотелось доказать, что я способна там работать. Доказать. И вы об этом говорите, ну, довольно спокойно. То есть, как будто бы это нормально. Кому-то что-то доказывать. Вы об этом говорите очень спокойно, как будто в порядке вещей. А в профессиональной сфере стремиться к тому, чтобы кому-то что-то доказывать. Вы об этом говорите так, как будто это нормально. То есть для вас нормально, вот на что хочу обратить ваше внимание, что для вас нормально кому-то что-то доказывать. Когда человек кому-то что-то доказывает, он, этот человек, игнорирует себя, он игнорирует свои собственные поведенческие мотивы, порывы и так далее. Вот. А вы этого даже не замечаете. Так что доказывать кому-то, это означает предавать себя и жертвовать собой. Вот. Далее вы пишете про потерю дисциплины в школе, в новой школе. Вот. Это про страх. Опять же, потерпеть. Фиаско. Вот, вы пишете, мне всегда нравилась журналистика, вот. Сейчас я веду свой канал на YouTube, где тоже выпускаю программу, пишу статью. Всегда относилась к этой деятельности как хобби, но в последнее время стала думать, что было бы хорошо работать редактором в каком-нибудь интернет-СМИ или на сайте. Но если бы даже ничего не получилось найти в этой сфере, то мне кажется, что после школы я была бы рада любой офисной работе. Вот. Дальше.
Вы пишете, что отучили 2 года в магистратуре, в педагогическом. А, да, вы пишете вот, мне становится очень грустно, когда вспоминаю, как мне повезло с работой в самом начале, я все это потерял. Вот. Ну, давайте подумаем. А, в чем вам повезло? В чем вам повезло? И давайте подумаем, что именно вы потеряли. Вот давайте попробуем подумать об этом. Вот можете ли вы сформулировать эти моменты? Что именно вы, в чем вам повезло и что вы потеряли, ну, по вашему мнению, да? Мы сейчас не берем какие-то вот такие объективные моменты, мы сейчас просто пытаемся понять вас. Как вы понимаете, что вам повезло, как вы ощущаете, что вам повезло? И также, как вы понимаете, как вы ощущаете, что вы это потеряли? Вот. Очень это важный момент, на мой взгляд. Далее, вы говорите о том, что мама меня ругает, зато я бегаю туда-сюда. Ну вот, это вообще интересно. Вы пишете о том, что мама вас ругает. Простите, пожалуйста. А при чем здесь вообще мама? То есть, ну вот, вот буквально. Причем здесь ваша мама? Какое она имеет отношение к тому, как вы продвигаетесь по своей жизни вообще? Вы не задумывались об этом? Тем более она вас ругает, именно ругает, то есть не просто там беспокоится за вас, переживает за вас, нет, она именно ругает вас и сравнивает с сестрой, говорит, что нужно стиснуть зубы. Вот, нужно стиснуть зубы и привыкать к работе. Нет, ну, несомненно, что плюсы у такого подхода, я полагаю, есть. Именно плюсы. Вот. Но есть также и минусы у такого подхода. Есть также и существенные минусы. У меня к вам появляется вопрос. А не получается ли так случайно, что вы как-то доверяете своей маме больше, чем себе? Не получается ли случайно так, что вы считаете, что ваша мама знает то, чего не знаете вы, к примеру, вот, и вы хотите, чтобы ваша мама была как-то, ну вот, не знаю, довольна, что ли? Вот нет ли здесь
такого элемента. Если такой элемент есть, это бы многое объяснило в том контексте, что вы себя обесцениваете. Вот. Это бы объяснило то, что вы себя обесцениваете, это объяснило то, что вы обвиняете себя по сути, в глупости, вот, это бы объяснило то, что вы обвиняете себя в недальновидности, вот, это бы объяснило, если вы считаете, что ваша мама знает что-то или знает чего-то, вот, чего не знаете, например, вы, вот. То есть, это прям вот имеет непосредственную связь одно с другим, даже если вам так не кажется. Поверьте, эта связь есть, она очень и очень серьезна. Вот. А дальше. Как-то вскользь, совсем чуть-чуть, вы упомянули о том, что у вас в школе, во второй школе, появились друзья, подруги, вы сказали, подруги появились у вас во второй школе. Вот. И что я хотел бы, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Если у вас во второй школе появились подруги, означает ли это, что до этого у вас подруг не было вообще? Вот. Поправьте, пожалуйста, меня здесь, если я ошибаюсь. Вот. Поправьте, пожалуйста, меня. Вот. Но если у вас не было подруг до работы во второй школе, то получается, что у вас сложности с выстраиванием коммуникации с людьми. У вас получается с этим проблема. А если у вас с этим проблемы, то, конечно же, ну, нужно эти проблемы тоже решать. Вот. Учиться общаться, коммуницировать, так вы будете лучше себя узнавать. Вот. А то ведь сейчас получается такая не очень приятная для вас ситуация, на мой взгляд, что вы себя как бы и не очень-то знаете. Вот. Ну, буквально вы себя не очень хорошо знаете, потому что у вас не очень большой круг получается общение. У вас не очень большой круг взаимодействия. Вам неоткуда брать информацию о себе и о ваших, ну, способностях, возможностях и так далее. Вот. Да, совершенно очевидно, что ваша мама, она достаточно доминирующая, совершенно очевидно, что ваша мама, она такая достаточно подавляющая и, скажем так, обесценивающая вам, к сожалению. И несомненно, с этим тоже нужно работать. Вам нужна
помощь в вопросе выхода из этой вот постоянной, получается, борьбы с мамой и сестрой за свое право за место под солнцем. Вот. Сейчас вы ищете поддержку в лице психолога. Вот. И спрашиваете, как правильно поступить. Но понимаете, какая штука? Даже если психолог скажет вам, как поступать. Вот. Да? Ну, то есть, вот, дадут вам совет, например. То все равно история будет такой, что вы потом придете с этим, например, к маме и скажете, мама, вот психолог мне сказал, что вот можно, да, работать, не стискивая зубы и так далее. Вот, на что мама вам скажет. Но эти психологи, они ничего не знают и вообще, вот, они шарлатаны и мошенники и прочее. То есть, ну, в общем-то, выскажет свое мнение относительно психологов ваша мама. Вот. И что? И вы опять окажетесь, ну, по сути, в той же самой ситуации, вот, какой было. И глобально ничего не изменится у вас. Поэтому я предлагаю все-таки не совета спрашивать, да, не у нас не совета спрашивать, не у кого-либо еще. Вот. Я предлагаю все-таки больше заняться изучением себя, вот, своих ценностей, своих желаний, предпочтений, стремлений, вот, способностей, может быть, да, даже, вот. Вот это я предлагаю вам сделать. Это куда более перспективное действие, вот, нежели чем то, которое вы, например, предлагаете. А предлагаете вы приложить ответственность. Ну, как бы продолжать этой ответственностью, собственно говоря, жонглировать дальше. Вот. Вот вы говорите о том, что вам нравится журналистика. Вот. И вы относились к ней, ну, как к хобби. Что же прекрасно. Почему хобби не может стать работой? Особенно, если вам это нравится. Вот. Может. Но вам важно доказать своей маме точно так же, как вам важно доказать было в школе. Вот. То есть вы просто человек, который пытается получить одобрение и сделать максимально правильно. Вот когда вы описывали историю с директором и деканом магистратуры, вот, где вы говорите, что те вас уговорили остаться, вот. Это же тоже
перенос ответственности. Потому что вы игнорируете как бы свое решение. Вот. Вы игнорируете свой выбор. А выбор это ваш. Ваш выбор остаться. Вот. И приписываете это другому. Но в итоге остались вы. В итоге действия и предпочтения, может быть, даже амбиции других людей повлияли на вашу жизнь. Это происходит до сих пор. Вот. Спросите себя, хотите ли вы, чтобы другие люди влияли на вашу жизнь? По крайней мере, так, как это происходит сейчас. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. И вот уже дальше, я думаю, можно будет смотреть, в какую сторону мы могли бы двигаться с вами. Вот. Я думаю, как-то так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.